Всех от души приветствую, братишечки, всех приветствую. Респект прошаренным, респект прошаренным. Заехали забрать мой моднейший курок по железу. Моднейший курок, блин, ветрище. Железячки здесь. Мешок банок. Из-под кильки советских еще. Ну и, короче, железячки. Оба-на. Тут, кстати, плита вон от печки. Козырно, да? Козырно. Макс приступил с энтузиазмом. Макс приступил к сбору с энтузиазмом. Давай, чем поехали. Да это же с Олимпика, блядь! Раритетный руль! Вон! Огонь! Металл есть! Так, ездим и собираем металлолом. Металлолом все копится и копится. Чушки такие, пипец, нормальные. Вот, ошибись. Моднейший багажник от велика советский. Так, не сданется. О, да слушай, нифига себе. Видишь, какой красавчик. Гоним дальше, да. Надо гнать. Ну давай, рви это болото. О, да он вообще в легкую. Ну, практически. Нормально. Я не хочу, потому что откапываться. Сегодня что-то... Да был, понижай этот. Передний привод. Так. Первая монета в Андрюхе. 20 копеек 35-го. Начало есть. Начало есть. Но у меня еще раритетная отчу есть. Давай показывай, что. Ух ты, блин, нифига себе. Не все монеты копают. ЛВЗ. Зашибись, это Равик. Так, копаем, короче, был четкий сигнал. Вот что, какая-то древняя бронза, похоже. Ну да, на конину не похоже, такая патина, похоже, что-то древнее. Что-то непонятно, блин. Интересно. Но здесь может быть, да. Может быть что-то интересное в этих местах. Нифиг делать. Прикольно. Ищем. Так, Андрюха, походу, копнул еще раннюю советинку. 46-го. Итак, 46-й. Ага, 46-го. Сохран бодрый, вообще обалденный. Ну. Да здесь посмотри, земелька-то, блядь. Обалденная земля. Земля-то, посмотри, какая. Ну. Земелька-то вообще. Да. А ты чё? Что ещё-то двадцаху? Ничего не нашёл? Нихуя. Смотри, даже остатки это. Чё? Ну. Точно, блестит. Ну. Прикольно. Чё ты ещё там доставал? Ну чё, говоришь, ещё один совет, да? Ещё один совет. Давай посмотрим. Чё там у тебя? Земля мягкая, да, обалденно. Земля мягенькая, да. Кстати, пин, который показывали в предыдущих китайский. Сериях. Китайский, да. Ну, что так работает. Сериях. Да, кстати, блин, нифига работает. А, нет. Мосинка. Мосинка это хороший сигнал. Ну я находил тут несколько гильз тоже в прошлый раз, прошлым летом. Мосинских. Комаров, блин, уже дофигища. Комаров, да. Ну чё? Кайнок? А, нет, G17 написано, ну. Что-то там. Ищем. Так, все-таки как-никак, но находки. Идут, значит, под деревцем пару двадцаточек. О, сохран бодрый. Так, 43-го года и 46-го пойдет. Комарья, блин, комарья дофигища стало уже. Дофигища. Ну что, говорите, не нашли ничего, да?
Как нету, ничего? После Коли надо искать. После Коли, да. После меня нечего искать, да? Нечего. Вот, блин, попадало. Это очень скоро. Как вы могли? Ну, у меня 4 советинки. Ну, да, я тоже там. Ну, я нашел две двадцатки. 43-го и 46-го, по-моему. Двадцаточки.